Интересно. Погода. У нас сегодня холодно было. 13 градусов. Жара, норм, супер. 13 нормально. Хорошо. Дождик, да, и дождик был. 35, обалдеть. Сонно, вяло. Как-то Екатеринбург, дожди. Я не знаю, да, вот у меня сегодня настроение очень хорошее. Продолжается, как мы вчера с вами с кошельком, с деньгами работали. Вот оно мне поднялось. Такое радостное состояние. Я сегодня по городу гуляла, улыбалась. Что-то всем советовала. Сказали бы, странная женщина, как обычно, в отношении меня. 4 градуса вот у кого-то. 30. Обалдеть. Красота, да? Разная у всех. Ладно, девчонки и мальчишки. Давайте откроем, знаете что? Мать сыра, земля, энергию. Обалдеть, у меня свеча уже 7 сантиметров. Угу. Мать сыра, земля. У кого есть, открываем. У кого нет, просто принимаете энергии. Желательно, чтобы огонь был, да, потому что на огне очень хорошо и быстро все выгорает. И вода питьевая, не кипяченая. Она будет заряжаться, ее можно пить. В любом случае она полезная. Угу, огня нет на работе. Ой, спасибо, Снежан. Холодно, еще и дождь. Класс. Смывает? Смывает все лишнее. У нас давно дождя не было. И давайте откроем воин света. Те, кто получал посвящение в матрицу Господа, у вас есть вот эта энергия. Добрый. Воин света. Это человек, который встал на путь вознесения, утверждения света, действует на физическом, тонком или духовном плане. Или одновременно на всех трех. На физике. Руками, ногами, мыслями, чувствами и своей энергией. Против черноты, зла, это естественно, добрый, добрый. Потому что у меня такое ощущение, что нам сегодня защита понадобится. Ох, ну и сегодня будем опять разговаривать. Кто-то что-то, может быть, новое услышит или старое, но поймет что-то в себе, вокруг. Сейчас все мы знаем, да, что идут изменения на планете, во Вселенной. Вибрации меняются очень сильно. И, в принципе, сейчас достаточно тяжело двигаться куда-то. Вперед, вверх, что-то менять, особенно в себе. Сознание бедности у кого-то очень сильно превалирует.
можно обнаружить, ну, все мы с вами разбирались и разговариваем часто на эту тему, что сейчас тяжелее, сложнее, и чем дальше, тем сложнее создавать изобилие, чем было раньше. И это касается не только России там, или Казахстана, это сейчас идет по всей планете. У многих как истощается источник доходов или прерывается, ограничивается, уменьшается, исчезает, приходится что-то новое искать, что-то придумывать. Ну, я считаю, что это, во-первых, связано с мозгами. В первую очередь нужно работать над собой. Во вторую с энергией. Ну, а второе проистекает из первого. Понятно, что у меня не совсем такая точка зрения, как у большинства спикеров, да, всех любить, всех простить, и будет вам всем счастье. Фигушки, этого не будет. Это я вам сразу говорю. Если кто-то со мной не согласен, пишите, пожалуйста, поспорим. Очень интересно даже. Сейчас очень много сомнений у людей в жизни, как жить, что делать. Очень много семейных распри, скажем так. Хотя, в принципе, это было всегда, но сейчас стало много, часто и, ну, практически у всех. Какая-то неудовлетворенность в жизни. Даже если, в принципе, люди вроде как бы работают, тем не менее что-то происходит. Если не в деньгах, то в отношениях. Очень много страха, зависти, жадности, ограниченности. Обсуждений очень много. Мне вот, например, неинтересно и лень, добрый, всем этим заниматься. Я маму свою шпыняю, когда начинает она мне что-то рассказывать или спрашивать, а кто, а что, а как. Я говорю, мам, я понятия не имею, что, потому что мне это неинтересно, мне это не нужно. Она вот, ну вот, а мне, я говорю, мама, это у тебя любопытство. Нет, это я просто интересуюсь. Я говорю, нет, это любопытство. Вот реально. Кто чем живет, кто что делает, у кого что происходит. Казалось бы, вот если по отношению ко мне, да, я живу одна. Хозяйством не занимаюсь абсолютно. Домработница, да, приходит, все делает дома, для себя я не готовлю, потому что я заказываю или полуфабрикаты, или иду куда-то кушать. Тем не менее, казалось бы, да, у меня должно быть море свободного времени, у меня его нет. И я также реагирую. У меня его нет. У меня нет телевизора, мне он в принципе не нужен, потому что мне хватает интернета. Я сижу, занимаюсь или работаю, могу где-то отдохнуть, что-то почитать, поиграть в какие-то, ну, простенькие игры абсолютно. У меня минут на 15-20 хватает. Потом дальше что-то ищу, ковыряюсь, к чему-то стремлюсь, чему-то учусь. У меня нет времени. Я просто не представляю, и слава богу, что у меня этого нет, если бы у меня была семья, муж и дети. Жесть. Вот для меня это жесть. Мне некогда просто этим заниматься. Как все похоже. Ну, да,
Ну, кстати, таких как я, на самом деле, ну, очень мало. Наоборот, все стремятся семью, мужа обязательно, детей. Я с мамой, когда разговариваю, да, Господи, я реально счастлива, что в этой жизни я не родила никого. Такая счастливая, что сама себе завидую. Ну, это каждому свое. Вот, свободное время – это больной вопрос. Но вы ходите на работу, да? Вы дом еще ведете. Поэтому, естественно, у вас его не хватает. А я живу, собственно говоря, сама в себе. И то у меня нет свободного времени, которое я могу потратить на обсуждение соседей и сунув от любопытства свой нос в их дела, да Боже меня упаси. Не надо мне такого счастья. Мне это просто не нужно, не интересно. Я считаю, что я человек самодостаточный. И что там, как, у кого происходит, меня абсолютно не волнует до тех пор, пока ко мне не обратились с вопросом. Только в этом случае. Вот. И у людей учебная степень. Наташ, учусь, учусь. Ясно. Молодец. Кому-то это интересно. И некогда действительно заниматься словоблудием каким-то. И вот сейчас очень многих ограничения в плане себя, уверенность, непонимание собственной ценности в человечности, в планете. Вот это вот самое главное, это и есть. И когда я пытаюсь до вас донести, что нужно работать с собой, над собой, менять свои собственные мозги. За вас никто этого не сделает. Если вы рассчитываете на кого-то, бросьте, это неблагодарное дело, этого не будет. Нужно менять себя, потому что сейчас реально время совсем другое. Нужно научиться отказывать людям. Конкретно. Нужно научиться себя ценить. Ценить свое время. Да, Наташа. Не скучно нисколько самим собой. Каждый день час, секунда новая. Вот абсолютно согласна. Меня тоже всегда спрашивают, тебе одной не скучно? Абсолютно нет, мне некогда скучать. Вот нереально некогда скучать. Я очень комфортно себя чувствую, причем что я родилась такая. В ногу со временем. Время, ну, собственно говоря, оно у всех разное. Сама с собой, самое главное, гармония в себе. Нужно убрать все раздражающие факторы. Все, что вас раздражает, все, что вам не нравится, научитесь анализировать то, что с вами происходит. Если нет возможности этот фактор убрать, нужно его просто-напросто закрыть. Я человек не злопамятный, я просто очень злая, память у меня хорошая. Если вас кто-то обидел или накричал, наорал, в основном это бывает на работе, коллеги или начальство, элементарно. Есть энергии, да, которые прекрасно помогают. Есть элементарная практика. Граненый стакан. Накрыли сверху, снизу добавили.
еще одним побольше. Людей, которые находятся рядом с вами и вампирят. Я не любитель, вот, например, ругаться, как-то выяснять отношения. Я просто прекращаю их. Все. Если ко мне лезут, естественно, я реагирую абсолютно адекватно с моей точки зрения. И банкой сверху, да, припечатали. Самый раздражающий фактор – это коллектив. Это да. Но опять же, девчонки, мальчишки, смотрите, если вас кто-то раздражает, да, как-то действует вам на нервы, получается, вы сами это позволили, и вы позволяете этому человеку управлять собой. Вот я не святая, да, но меня тоже иногда выводят, я не говорю, что ах, прям ах, при том, что я сижу дома. А те, у кого дети, школа, садик детский, да, муж, работа. Да жуть, я просто не представляю, как жить в таком темпе. Тяжело, тем не менее же, как-то вы живете, выкручиваетесь. Так, поподробнее и как прекратить, Наташа, это ты про что? И про стакан это как? Очень простая практика. По-моему, ну да, не все, наверное, ее знают. Если человек досаждает, вы прекрасно понимаете, что он вампир, ну здесь как обычно. Угу. Да, поутихнут немного, приходится их часто, да, выставлять. Тоже не знаешь. Ну, правда, я давно о ней не рассказывала, вот, потому что не спрашивали. Элементарно, человек действует на нервы, сосет, да, рядом с вами, раздражает. Представили огромный граненый стакан, больше роста этого человека. Перевернули и надели на него. Тем самым пережимаются, во-первых, те потоки, которые его собственные, и те потоки, которыми присоски, он присасывается к вам, сосет вашу энергию. Раньше эта практика работала, ну, просто замечательно, ее хватало, ну, скажем так, грубо на несколько лет. Сейчас хорошо, если на день ее хватает. Все течет, все меняется. Энергии, вибрации другие. Вот. Накрыли этого человека стаканом. В принципе, он утихает. Категорически не советую себя ограждать кирпичными каменными стенами, зеркалами. Потому что тем самым вы перекрываете доступ для своей собственной энергии. Если выставлять защиту, да, я всегда говорю, представили, что вокруг вас пленка тоненькая, но очень мощная, фильтр, которая пропускает только то, что нужно вам, установка, и в ту, и в другую сторону. Со стаканом на них, на себя шипы, да, шипы, меч Посейдона обрубает очень хорошо, да, на здоровье. Нет, ну, часто, ну, слышали, наверное, да, я говорю, стаканчиком их, стаканчиком. Наташа, что иконы? Какие защитные практики от вампира еще есть? С присосками работать. Шикарно. Сейчас я не буду рассказывать, она, во-первых, длинная. Тема у нас немножко не. Можно и на начальника одеть.
Когда кричит, работать спокойно не дает, можно надеть на кого угодно, даже на маму родную. Вреда эта практика не несет человеку. Но что я говорю, она очень быстро рассасывается. Выставлять перед собой иконы. Ну, я так понимаю, на ментальном плане. Честно, я не вижу. Я вот сейчас просто представила. Меч Посейдона. Да, в принципе, нет. Я говорю, сейчас очень быстро восстанавливаются. Энергиями нанести вред нельзя. Ну, там специальные практики надо делать. Вы нет, не сделаете этого. И потом, извините, не вы к этому человеку приперлись и, простите, сирите ему на голову, а он к вам влез. Спускать и прощать этого нельзя. Это вмешательство в ваше личное пространство в жизни. Это воровство вашей энергии. Вот. Всегда нужно отвечать адекватно. Не нужно уподобляться тем, кто советует неверно. Вот просто элементарно, да, представить. Попробовать себя вести, как говорят, улыбаться, всех любить. И всех прощать. Что будет хорошего? Ничего. Идиотизм будет полный. Потому что все вокруг, даже более-менее приличные люди, начнут вытирать о вас ноги. Вот. Мысли сходятся. Ни к чему хорошему это не приводит. Нужно всегда, всегда это было и будет. Нужно, во всяком случае, на нашей планете, в этом воплощении, нужно отстаивать свои права, нужно себя защищать. Никогда не будет толка от того, что вас ударили по одной щеке, вы должны подставить другую, и трындец. Пришел вам как личности. Если разобраться, да, вы все это все прекрасно понимаете, но вбитые стереотипы дают о себе знать. Ломать стереотипы, заставлять себя думать по-другому иначе ни о какой. Ни о каком движении вообще разговор вести не нужно, потому что смысла не будет. У нас недавно тоже на вебинаре вот женщина одна, что вот говорили, что вот ты вот отдавай кому-то деньги, там еще что-то раздавай, и будет тебе счастье. Да не будет этого. Последнее отдашь своими руками, все. Счастье, здоровье, удачу, деньги, не только свое, но и своих детей, своих потомков, внуков. Кому это нужно? Никому. И вот насчет икон. Сейчас расскажу. Дело в том, что в церкви то, что там происходит, там нужна только сила. Кто-то, может быть, не слышал, да, как я, о чем я это говорю, рассказываю. Но, опять же, вы все это знаете, но выводов не делаете. Что происходит в церкви? Пришел здоровый, вышел больной насквозь. Сколько делается порч? В церкви не делается столько на кладбище. И то, что предоставлено в церкви,
якобы тот Бог, который предоставлен, представляют в церкви, там ценятся только сильные люди, энергетически сильные люди. И только им идет помощь. Слабым помощи не будет. Пришел человек больной туда, ушел еще больнее. Результатов нет. Иконы. Если вы будете выставлять какую-то свою определенную икону, которую вы наработали, тогда она, да, будет помогать. Ну, то же самое вы можете сделать это абсолютно с любой вещью. Талисман, амулет, оберег. Это то же самое. Когда я еще жила, помните, в доме у меня за мной висел ковер семистрельный. Натуральный ковер, да? У меня их было три. Архангел Михаил, Святой Николай Чудотворец, семистрельная, 4 и неупиваемая чаша. Угу. И когда ко мне приходили девчонки, мои коллеги, космики, они около них прям тащились. Вот знаете, как кошки вот около ног вились. Настолько вот они... Я специально с ними не работала. Я просто сидела, работала с вами, с аудиторией, сеансы, сессии, практики проводила в этой комнате. Естественно, они силу набрали. Вот. И все. Поэтому это можно сделать с любым предметом. А если просто образно представлять, что какая-то икона, она просто элементарно силы не имеет. Вот так вот. Ладно, ползем дальше. И вот что я всегда говорю, предлагаю использовать различные методы для развития себя, для того, чтобы повысить достаток, облегчить жизнь. Я земной человек. И поскольку я родилась на земле, то я даже не призываю, я пытаюсь вас заставить понять, что в первую очередь нужно обеспечить наше смертное тело, которому нужен комфорт, удовольствие, здоровье, деньги, радость и так далее и тому подобное. Если вы это себе обеспечили, уже можно идти дальше. Куда-то летать, какие-то астралы заходить. Потому что, ну, если вы живете не очень хорошо, ну, смысл куда-то выходить. Оно ничего не даст, не принесет. И вот. Те, кто была у нас группа, да, на активации чакр нового времени, там, по-моему, 13 было, у тех уже активированы эти чакры. Чакра души, ангельская чакра и чакра земли. 14, да? Вот я уже не помню. Вот. У кого-то, в принципе, какая-то из этих чакр может быть, могла активирована быть раньше. В любом случае, все они находятся у нас. Ну, чакр у нас море, мульоны, скажем так, потому что есть большие, средние, малые чакры, да, и, в принципе, я считаю чакрами даже элементарные энергетические точки, где делают иглоукалывание. Просто ну, настолько они мелкие, но тем не менее они есть. Энергетические точки, энергетические узлы, от которых, в принципе, достаточно много зависит. Потому что, извините меня, суджок, да?
Это, знаете, иглоукалывание на ладони. По точкам идет. И идет работа по всему телу, по всем органам. Это, ну, что это такое, если это не чакры? Если можно точками на ладонях управлять организмом. Конечно, чакры. Вот. Ну, и на ушах, и на лице. Так что. Поэтому я всегда стараюсь что-то придумать, провести. Занятия у меня идут более приземленные. Обратили внимание, да? Я не лезу куда-то в высоту. Если идут подсказки, да, мы работаем. В основном я стараюсь работать на здесь и сейчас. Не потом, когда-то в будущем, да будет вам счастье. Нет, здесь и сейчас. Использовать все варианты, все возможности, которые предлагает жизнь. Если у вас нет времени, естественно, вы что-то узнаете. Все, что я рассказываю, вы можете провести и сами для себя. Я никогда никому ничего не навязываю. Я высказываю свою точку зрения. Но мне хочется, чтобы те, кто меня слушает, кто ко мне обращается, начали жить лучше. Но опять же, для того, чтобы начать жить лучше, нужно работать со своими мозгами. Нужно заставлять себя. Вот. В данном случае, 5 числа, по-моему, да? Сейчас посмотрим. Да, 5-го я буду проводить энергетическую сессию. Групповой, да, конечно, он сильнее. Он сильнее. Разрешается очень много ситуаций. Быстрее. Ну, плюс тут и запись идет. Запись остается с вами на всю жизнь. И я даже представить не могу, чтобы в записи энергии куда-то стерлись, испарились. Такого нет. Что интересно, многие обращают внимание, и я в том числе, что в записи почему-то энергии становится сильнее. Я когда как-то решила себя послушать, да, при том, что я сама это вела, меня раз так к спинке откинула, прилепила волной энергии. Я действительно очень сильно удивилась. Вот, в очередной раз будем что-то работать, что-то пробовать. Но для кого-то это будет ново, но тем не менее это полезно, потому что это связано вот именно здесь и сейчас. Помимо активации, которая у некоторых есть, самое главное, настроим тот поток, который у нас должен и обязан работать. Сейчас я расскажу про эти чакры. С ними можно отдельно работать, наработать так, чтобы они работали уже в автоматическом режиме, периодически вспоминать и проверять, как и что там происходит. Не нужно ли еще что-нибудь добавить? Чакра, звездная чакра души, над макушкой головы, от, расстояние от 15 до 30 сантиметров где-то. Связующая система,
между небом и землей. И именно эта чакра усиливает и приводит к новым отношениям с Матерью Землей. Вот эта чакра, да, чакра души и чакра Земли, они должны работать в паре. Даже вне зависимости от остальных чакр. Земная чакра расположена также. Что-то прям к столу придавливает, прямо сидеть трудно. А потому что вверх активировали. Волна пошла. У нас же мать сыра, земля открыта. Энергия. Процесс пошел. Земная чакра также под ногами от 15 до 30 сантиметров расположена. Является источником жизненной энергии, очистительной энергии, духовной энергии, которая наполняет наше тело информацией, земной информацией, вибрациями земли. Ноги гудят, да. Потому что, ну, кто с нами уже давно или какое-то время, заземление уже на автомате происходит. Информация, выравнивание с планетой, с Землей, своеобразные отношения начинаются, с ней идет очищение, естественно, наполнение. Заземление – это твердое стояние на ногах, а не витание в облаках. Хорошо, что я лежу, меня кровати придавливает, ноги гудят. Угу. Вот у меня тоже давит. Причем не так, чтобы как вот что тяжесть положили, да, а полностью придавливает по всей поверхности. Вот. Если чакры сгармонизированы, если вы с ними, естественно, работаете постоянно, знаете, что нужно делать, то жизнь становится легче в физической реальности. Происходит быстрее ответы на вопросы, какие-то ситуации, естественно, разрешаются. Самое главное, нужно прислушиваться к себе. Вот. Связь с землей. Потому что мы на ней живем, и нам это нужно. Не надо отрываться, лететь куда-то непонятно куда, как мотылек на огонь. А нужно в первую очередь обеспечивать себя той энергией, которая приведет к улучшению нашего состояния, нашего изобилия. Изобилие на всех планах жизни. Это и здоровье, и деньги, и отношения, кому что нужно. Самое главное разобраться, что нужно. Ну, я считаю, в принципе, мне нужно все. Вот все. Абсолютно все. Деньги, здоровье, отношения, движение, развитие. Все. Конечно, у меня свое понятие, особенно
по отношениям, ну, также и у каждого оно свое. При работе, я не говорю уже про активацию в этих чакрах, при работе, постоянной работе с этими чакрами идет соединение с ядром планеты, с самой планетой, с электромагнитными полями. Земная чакра, что интересно, да, формируется еще до рождения. В зависимости от того, где сейчас находится плод. Плод, естественно, находится в матери. И идет привязка по месту географии. Не жесткая привязка. А на данный момент дальше рождение и так далее по мере того, насколько и куда и как человек передвигается по планете. Вот. Для чего? Для того, чтобы найти себя и максимально эффективно исполнить свое предназначение. Добавлю, свое предназначение в этой жизни именно для себя. Раскрыть себя. Не для кого-то, не для мира, не для социума, для себя. Четко, жестко. Только я. В первую очередь только я. Земная чакра хранит в себе информацию обо всех предыдущих путешествиях души, знаниях, задачах, целях нынешней жизни. Если правильно работать, активировать, работать, довести до автоматизма, ну, допустим, так же, как у меня, я разговариваю, в то же время я работаю, я контролирую работу энергии с вами по чакрам, принимаю информацию, отвечаю на вопросы, все это идет у меня на автомате. При постоянной, регулярной, открытой, рабочей чакре Земли и Души, потому что идет, как я уже говорила в начале, соединение неба и земли. Естественно, нам идет помощь, избавление от иллюзий. Страхов. Ложных каких-то знаний, стереотипов. Если, естественно, вы захотите, мысли четче становятся, желания, стремления. Какие-то свои понятные цели. Так что мы будем не только активировать и работать, чтобы вы в дальнейшем по записи точно так же работали с собой. Уже ничего не забудется. В шее тяжело. Кинжал нужно выдернуть. У меня прям аж неприятное ощущение. Кинжал. Фантомной рукой берете, выдергиваете. Вот так. Заземление. Ну, естественно, уже на более высоком уровне идет. А у кого есть мать сыра земля, это вообще чудесно. Собственно говоря, она всю работу и делает.
Вот так, вот, девчонки и мальчишки. Тяжесть поджелудочной, пылесос. Снежан пылесос поджелудочную. И вытягивай грязь. А на здоровье. Любая грязь – это негатив. Любой негатив можно убрать легко, даже если вы ударились. Порезались. Эту боль можно убрать, даже не обладая никакими способностями, никакими энергиями. Это просто представили себе фантомный энергетический пылесос, воткнули его в то место, которое у вас болит, включили, и боль, негатив, грязь, все через тире, потому что это все одно и то же. Отсосалась и ушла. На голову давит. Угу. А на здоровье. А на здоровье. Поспорить больше никто не хочет. Левое колено болит. Там какая-то веревка, Люб. Обрезай ее. Левая часть лица болит. Ручками стерли, стряхнули. Поясницу ломит. А на здоровье. Сейчас можно, в принципе, душик принять или просто умыться, стряхнуть себя грязь. Ай, на здоровье. На здоровье. Правда, что ли вопросов не будет? Меня сегодня тоже поясницу переклинивает периодически. Угу. Здоровье. Чувство жжения в правой ноге. Встряхивайте. Руки, ноги можно стряхнуть. Снежан, я в самом начале про нее рассказала. Ну как, не в самом начале, в середине, в первую очередь. Она помогает активации чакры Земли. И с помощью чакры души идет соединение Земли и неба. Ими нужно работать в паре. А на здоровье. Почему говорят, что нельзя, что в моем присутствии нельзя веником выметать мусор? Потому что выметает человека просто элементарно. Угу, да не страшно. Ничего. Выметают человека, по-моему, даже какие-то советские фильмы. Там кто-то начинает так усиленно мести. Вот не помню, не вспомню кто. Стоит прямо в глазах. Кто-то к кому-то в гости пришел, женщина или девчонка схватила веник и давай наяривает, выметает. Веник, он выметает все ненужное. Если в такой интерпретации смотреть, да, то это элементарно могут с вас вымести что-то нужное вам, но ненужное им. Вот. Плюс веник, который находится в помещении, дом, там, я не знаю, бутик, киоск,
что там еще может быть. Он еще выполняет охранную функцию. И, естественно, в магазине этот предмет давать кому-то в руки в другой бутик или в другой магазин тоже нельзя категорически. Потому что, ну, опять же, своими руками все можно отдать, похерить. А веник ставится вверх для охраны. С деньгами не путать. Если он ставится вверх, то ставится для охраны, чтобы никто не зашел. И ставится он так только тогда, когда вы уходите с работы. Потому что если вы поставите веник вверх в том месте, где вы работаете, то людей, соответственно, у вас будет очень мало. Можно с веником поиграть. Когда вы работаете, например, дома нормально. Я так не думаю, что сейчас очень много любителей принимать у себя незваных гостей. Так что дома можете ставить его перед тормашками. Вот. На работе можно с веником поиграть. Например, монетку куда-нибудь на веник положить или засунуть, или купюру какую-нибудь. Попробуйте, поэкспериментируйте. И как люди пойдут. Ну, естественно, чтобы этого никто не видел. Можете свой веник принести, сейчас есть маленькие веники, чтобы никто не видел. Тогда не ставить, если дома принимаешь, не ставить кверх тормашками. Ну, дома с полной уверенностью можешь купюру хорошую в веник воткнуть и поставить. Естественно, такие вещи, как веник, ведро, половая тряпка, швабра, не должны находиться на всеобщем обозрении. Нет, в то время, когда ты работаешь, ну или у тебя это не касается, потому что у тебя офисная работа, да? А кто работает в магазинах, в аптеках, рядышком, да? Воткнули, пришли, воткнули, уходите, забираете. Вот. Только так. Ой, так что 5 числа будем опять улучшать себе жизнь. Кому-то мозги ломать. Наше любимое занятие. Вот. Ну, раз никто ничего не хочет больше спросить, тогда прощаемся, отдыхаем, да? Ну, вот, спросили, информация всплыла. Да на здоровье! На здоровье! И я вас люблю, благодарю. Про ключи, какие ключи. И мы вас любим. Ой, спасибо. Камушек, ну вот, не бездельничала. Всем пока.